Твое ТВ. Творческие встречи с интересными людьми. Онлайн-трансляции музыкальных концертов. Онлайн-трансляции спортивных соревнований. Эксклюзивные интервью со звездами. Мое ТВ. Пойдет такой вопрос.
что ты работаешь обычным художественным руководителем в детском лагере. И сказать, что ты поедешь на третью смену. Подтверди этот факт. Да, это правда. Ну что, по-моему, вопросов вполне достаточно. Спасибо большое, Данил. А ну, я думаю, что мы можем начинать аплодисменты Данилу. А сейчас хип-хопера о мертвой царевне или играем Пушкина. Режиссер Данил Чащин. Человек, который сам придумал брать у себя интервью в начале спектакля и считающий, что слава портит людей. Внимание на экран! Александр Сергеевич Пушкин. Первый русский рэпер. Почему? Он тоже рифмовал, имел африканские корни и умер перестрелки. Александр Сергеевич Пушкин. Речитатив встречайте. Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Лирик. Творец. И поэт. Пушкин. Наше все. Сумел, но грустно думать, что напрасно. Была нам молодость дана, что изменяли их сейчас. На что обманула нас она, что наши свежие мечтания, лучшие желания не слели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть перед собой одних обедов длинный ряд, лететь на жизнь,
Про царя? Хорошо. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко погружен моим воображением. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы смелые навстречу им бегут, и руки просятся к перу, перо к бумаге. И еще минута, и стихи свободно потекут. Итак, царь. Царь, царь. Да, царь. Царь. Давайте царь с царицей. С царицей, да, царица. Царь с царицей. Дайте свет на царицу. Царь с царицей. Царь с царицей простился. Простился. В путь дорогу снарядился. И царица у окна села. Села. Села ждать его одна. Снег валится на поля. Там за окном снег валится. За окном, да. Вся белёшенька земля. Вся, вот, молодец. Девять месяцев проходит. Так, стоп. Я говорю 9, а не 12. Три месяца уберите, лето уберите, да. Ах, лето красное, любил бы я тебя, если бы не зной, да комары, да мухи, а? Надо запомнить, хорошо получилось. Так. Так, так. Вот в сочельник, вот в сочельник самый ночь, Бог дает царице дочь. Издалече, наконец, породился царь, отец. На него она взглянула, тяжелёшенько вздохнула, восхищения не снесла и к обедню умерла. Мысли умерла! В прямом смысле, так умерла, понимаешь, конфликт нужен. Без конфликта неинтересно будет. А этому на режиссуре учат. Ты разве еще не поступила в Академию культуры и искусств социальных технологий? Нет! И ты не знаешь, что такая Марина Владимировна Жебровец? Данилу Чащину, который не думает о славе, эти трудности стали интересным. И у нас очень дружная команда получилась. И, кстати, Пушкин, он ведь был тоже очень дружным человеком, он любил людей. Сколько было у него дуэлей, вы знаете? Ну, не знаю, 5-10. А ведь он ни разу никого не убил, понимаете? И в этом я стараюсь быть похожим на него, вот в этой любви к людям, во всеобщей доброте, в дружбе. Это очень добрый человек Андрей Зубов, а есть ли в зале у кого-то к нему вопросы? Ой, я хочу сказать! А вы видите? Что вы здесь творите? Что там? Что такое вообще? Что там хип-хоп вообще? Так о чем мы уже говорили? Мы вот тогда о всеобщей доброте, о дружбе, о любви к людям. Ну, а есть ли у кого-то еще в зале вопросы к Андрею? Нет, вот и хорошо. Не включайте свет, даже не надо. Спасибо большое, Андрей. Я по объявлению хочу стать царем.
царицей. Царицей, уважаемый царь, это кажется к вам. Год пошел, как сон пустой, дальше нельзя. На другой. Встречайте, царица! Ты царица, всех милее!
и белее! Ты царица всех милее, всех румяней и белее! Ты царица всех милее, всех румяней и белее! Ты царица всех милее, всех румяней и белее! Кто царица? Ты царица! Молодая тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. И жених сыскался ей. Королевич Елисей. Лирик. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Thank you.
прекрасно, спору нет. Но царевна всех милее, всех румянее и белее. Thank you.
оставить там, на съедение волкам. Спорить нечего, царевна, вот черна в лес пошла и в такую даль свела. И царевна души снова, связав ее живую под сосну, оставить там на сиденье волкам. Черный слайд с бабой не спорить нечего, царевна, вот черня в лес пошла и в такую даль свела. Ее любя, не убила, не связала, отпустила и сказала: не кручимся, Бог с тобой, я сама пошла домой. И молва трезвонить стала, дочка царская пропала. И жених по ней, королевич Елисей. Помолясь усердно Богу, отправляется в дорогу за красавицей душой, за невестой молодой. Ну а сейчас мы бы хотели взять интервью у руководителя Федерации уличного танца «Мафия» Евгении Габановой. Здравствуйте, Женя. Присаживайтесь, вам поаплодируйте. Здравствуйте. Одну секундочку. Подождем, ничего. Я в «Пионере», на спектакле играем Пушкина. Тут очень круто. Все, я готова. Все, в Инстаграме все знают уже, да, где вы, что. Евгения, в течение месяца, я так понимаю, что вы присутствовали на всех репетициях. Так вот, у меня вопрос, какой момент вам нравится больше всего в спектакле? Момент, когда царевна вынуждена уйти из дома и попадает в бедные криминальные районы к изгнанным художникам-богатырям. На мой взгляд, эта сцена хорошо отражает мысль спектакля, как важно, чтобы в каждом из нас умерла царевна, и что богатство, деньги и слава — это не главное, а главное — это дружеская поддержка. Кстати, про богатство и славу. Хорошо, что вы об этом заговорили. Скажите, сложно ли было найти партнеров на столь масштабный и крупный проект? Ой, вы знаете, у нас очень хорошие партнеры. Люди, которые нам помогают, делают это абсолютно бескорыстно. Им, в принципе, не важно, чтобы про них говорили. Корыстные некрокодильные люди делают это не ради самопиара, а просто ради того, чтобы помочь. Ну и мы свои проекты делаем не ради пропаганды самих себя, а ради пропаганды интересного творческого образа жизни. И самый главный плюс, я сейчас говорю абсолютно серьезно, это то, что администрация Тюменской области поддерживает молодые современные проекты. И как здорово, что в Тюменской областной думе есть депутаты, которые помогают молодежи в реализации их смелых творческих идей. Спасибо вам большое, Евгения, это была Евгения Кабанова, ваши аплодисменты. Можно еще с вами.
невеста, молодая, до зари в лесу блуждая, между тем все шла, дошла и на терем набрела. Стол дубовый, печь с лежанкой из разцовой отсутствует. Видит девица, что тут люди добрые живут. Андрюха! Андрюха! Что какая? Приход богатырей, богатырей! Приближался, то под подвору раздался, входят семь богатырей, семь румяных кусачей. Познали, что царевну принимали. Пушкину? Да. А кого? Пушкина. Я выбил его.
День за днем идет мелькая, а царевна молодая все в лесу, не скучно ей у семи богатырей. Или вытравить из леса пятигорского черкеса. Выезжают погулять, серых уток пострелять. Хозяюшка она в тереме лишь тем одна, приберет и приготовит. Им она не прикословит, не перечат ей. Они так идут за днями дни. We'll be right back.
Царевна говорит: «Воин Гух, пусть Бог велит, не сойти живой мне с места, как мне быть, ведь я невеста. Для меня вы все равны, все удалы, все умны, всех я вас люблю сердечно, но другому я навечно отдана, мне всех милей, королевич и весельник». Братья молча постояли и затылки почесали. Старший молвил, поклонясь. Женихи поклонились и тихонько удалились. И ветер все отрылись. Тихо молвила она. И согласно все опять стали жить да поживать.
Неизвестные хип-хоп-танцоры каждую ночь выходят в лес и отрабатывают движения. Как только мы пытаемся взять у них интервью, они почему-то скрываются. Между тем, царица злая про царевну вспоминая, не могла простить ее, а на зеркальце свое долго дулась и сердилась, наконец от него ухватилась и пошла за ним, и сев перед ним забыла гнев. Прекрасно, спору нет. Но живем без всякой славы, средь зеленой дубравы у семи богатырей, так, что все ж тебя милей. Ей во всем. Так и так, царица злая, ей рогатка угрожает, приказала и не жить, и царевну погубить. Наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит. Все сияет и блестит, и царевна в обе руки хвать поймала ради скуки. И она за пряжу села. И она за пряжу села. И она за пряжу села. Оглядела все на яблоко оно, соку спелого полно. Душисто, так румяно, золотисто, будто медом налилось, видны семечки насквозь. Закатились глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха
недвижно стала. Братья в ту пору домой возвращались толпой. Яблоко напоено, было ядом знать оно. Перед мертвой царевной братья в повести душевной все поникли с головой. С молитвой святой славки подняли одели, хоронить ее хотели, но раздумали она, как под крылышком усна, так тихо. Свежа лежала, что лишь только не дышала. Ждали три дня, но она не восстала от сна. Сотворив обряд печальный, вот они вокруг хрустальный труп царевны молодой. Положили их толпой, понесли в пустую гору и получую дарю. На цепях чугунных там этот шутка изредили и решеткой оградили гроб ее шести столбах. На цепях чугунных там и пред мертвой сестрой, сотворив поклон земной. На земле твоя краса, дух твой примут небеса. Нами ты была любима и для милого хранима. Не досталось никому, только гробу одному. Здравствуй, сердце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее. Стою своей, королевич Елисей, между тем по свету скачет. До сих пор остается неизвестным, где находится пропавшая царевна. Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе последних новостей. Нет как нет. Он горько плачет, и кого не спросит он, всем вопрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется. Солнце русской поэзии отвечало, я царевны не видала, знать ее в живых уж нет. Разве месяц мой сосед где-нибудь ее да встретил или след ее приметил? Темной ночи Елисей дождался в тоске своей. Lord, it only leave me.
имея глубокой, круглолицый, светлоокий. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей. Братец мой, отвечает месяц ясный, не видал я девы красной. Настороже я стою, только в очередь мою без меня царевна видно пробежала. Как обидно. Погоди, об ней, быть может, ветер знает, он поможет. Ты к нему теперь ступай, не печалься же. Прощай. Елисей, не унывая, к ветру кинулся взывая. Звучал недолго голос нежный, и снились милые черты, шли годы, бурь, порыв мятежный, развеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои черты. В глуши, во мраке заточения, тянулись тихо дни мои, без волшебства, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви.
душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Извините за искусство. Все ручки вверх, кому понравилось, а? Вот теперь мы вспоминаем детские сказки без опаски. Делаем рэп и побольше танцев. Все стреляски от хип-хап за сильным басом, жестким хасом. Для культуры, а не для кассы. Ученые этой сказки мы решили поделиться с друзьями. Чатер на комнате, мой ответ и чай ожидания. Эй, за культуру, за хип-хап. Это хип-хоп, я покачаю. Ставим так, эй, за хип-хап. За культуру, прям
комментируй ВКонтакте. Мое ТВ. Ставь лайки в Фейсбуке. Следуй за нами в Твиттер. Смотри на мой портал. Будь в сети. Мое.